Всем привет, меня зовут Владлен, мы находимся в Туймазах, и сегодня мы сделаем одно четкое дело и обрадуем какую-нибудь бабушку. В других городах есть, у нас в Туймазах и Боне в Трешей. А кто здесь вот тут? А что, ушла на мне. А далеко ушла? Алкаша можно вот стоять. Ир, там, Алкрандапчикам, 3000 квадратов заплатишь, на 7000, как хочешь, живи. Вот и стоят они. А просто так стоите, ради интереса, да? Да. Первый раз такое вижу. И никто мне не продаст это. Я хочу огурчики. И что, мне не продадите? Нет. Узла лома. Вот сколько тут? Что заберем? Калькулятор, давайте. Они сами смеются. Я не ожидал такой реакции. Все, давайте. Это у нас... Калина, малина вот это. Калина, малина. Это два ведерочка. Да. Пастила. Пастила это. Раз, два, три, четыре, пять. Она не может быть. Лена, это. Параля. А у вас? Минем чай влетало в салфон тегенен. Утерген. Сыймая ларга, малинка. Иди, малинок, эй, вырынал. Чтобы они целый день тут не стояли. А там что у нас? Калина? Богатые платят 9%, а мы 13% платим. Бабушка рвала 3%. Картошка рукам. Понял. Ну давайте я тоже возьму. Сиськи все скупили, да? Я еще столько скоплений бабушек в одном месте еще не видел, по-моему. Вот какие сейчас продукты продают. Какие стали чебуреки. С куриное яйцо. А бабка на что, один день вышла, продала, и все, у нее больше нет. Она же каждый день не делает калины. Давайте, помогу вам. А калину мне в отдельное куда-нибудь, сейчас, да? Сейчас, у нас это. Все? Все взяли? Че, обнимемся, вот что делаем? Давайте, ну ладно. И на этом спасибо. Ну что, все, я забираю. Аман, ша, не верится. Не верится. Ну что, ребят, соответственно, лайки. Мы сделали вам приятное? Угу. Спасибо вам. Спасибо. У нас еще нет, и что нам приятно. Ага. Мы стараемся и будем стараться.